Всем привет, с вами Юникрон. Итак, мы обещали, сейчас мы снимаем видео о поездке на карте Мишару, о приторах, на пистолетах. Пистолет достаточно хороший, хватающий есть, но даже слабенько, я скажу. 20 патронов хватает на то, чтобы убить всего лишь человек. 2-3. А в принципе я убивал моих человек с поездки. Ну это будет. Он у нас олимпиадец, я скажу, он всех убьется с поездки. На него может поставить только на слово. Это глушители, шприц и ультрасильный. Уже рушат. Главное, лайя и что-то не. Мёрз, ну они пацаны с петлом, ой, пигалюки с петлами. Ещё с палетой, ой, с этой пиратой. Что я вообще мог найти? Ой, я на 10-м месте, Я думаю, это было хорошее место. Ну, это вот, ну, это, конечно, хороший пистолет, но... 20 патронов уйдет в пустую просто. Потому что убить человека. Так что, смотрите на ваше усмотрение. Хотите вы пистолет или нет? В принципе, нам с... Я видел. В принципе, нам с мой пистолет, ну, так себе, он сказал. И ужасно, я скажу вам. Эй, скоро, может быть, мы попросим этого человека, он нам выберет игл. Я с ним свяжусь, мы сейчас вот накопим денег, он нам выберет его. И... Я видел. Ну вот. Мы, конечно, попросим. Мы попросим, он нам выпьет его, и будем снимать по иглу. Этот пистолет все достаточно знают, наш пистолет достаточно класса Х, то есть крутой. Так его все выбирают, ну, смотри, наш Арма, а он у меня был, рассмотри видео. Да, я видел, я все знаю классы. Я ел эту опашку Максу ел, мне просто ел. Блин, я уже на этом месте. Ну, я понимаю, без ушей или пистолет не то, а вот с ушей. О. Шпиом. Со шпиом, вот самое то я скажу. Ну, я его все время вырезать начал, я сам это начал. Не, ну, я вообще обожаю. Жаль, что я хочу на это ехать. Даже что я не замечал. Я вообще всех уже убиваю. Ой, блин. Я вообще... Я не соглашаюсь. Я скажу, я хуже играю. А кто меня снял еще? Оплаху, а он такой. Мне кажется, он оплахи нас уел. Блин, а мне жалко, ну, сейчас, и лампу, а я думаю, не вообще не нашу. Мне, конечно, хп. Я вообще давно уже не могу найти. Я всех на вас больше. Я
я выщелкнул уже восприниматель с вышкой, чтобы я потом перечел с вышкой. Ну, а в принципе, а, на мою все, весь мир, да, и потом уже на жизни. Я уже на 7 месте, 15 на 8 запил. Почему мелкий вообще? Ну, в общем, пусть остается это вот, знаете, хорошее, но квест от Кустарина было покруче, скажу. Ну, я просто, блин, вот, стоит такой лэдхэк. Я его купил себе там на три. Три вот, блин. Что, не помнишь, это что ли? Топор большой. Лэдхэк. Ну, что за человек? А, я его уже нет, он меня проснул на этом аудиче. Я не могу. Я на завтра выложу два видео по Ари и по Лески. Последний? А это случайно был не в комике? Там лайчайпочку покажи. А это был. И Рома на первом месте. А я вообще не на аку. Рабуще. Ошибки. Минус. Они же. Ага. А мне это. Ой, лай. Си и съел мою меня. Серьезно приняла. Я смятнулся с Анной Ривенской. Хочу. Нам что у меня есть будет? Я скажу, ладно. Нина там мелкий. Ой, это не так давно, а. Это 8. Я очень лучше ее, вот, давай. Где мне 8? Ну ладно, мы вам пожали. Да, у него? Надо было что делать, мы его сбросили,
Ну, уши, ага. Ой, ага. Ну, в общем, мы показали вам пушку. Я с вами был Ленинград и... Всем удачи, пока, подписывайтесь на канал, оставляйте комментарии, оставляйте лайки. Всем пока.